тело лежит несколько дней уже, как минимум, да. Я не врач, да, не криминалист там и еще кто-нибудь, чтобы дать однозначный ответ. Но, тем не менее, положение тела неестественное. То есть, скорее всего, собаченька умерла где-то у кого-то. На жертву ДТП тоже не похоже. Здесь ни одной камеры. Здесь редко ездят автомобили. Здесь, в принципе, даже уличного освещения нет. Непонятно другое. Зачем? То есть, ну, умерла у вас собачка, да, ну, отвезите ее в клинику, утилизируйте как положено. Но это не стоит каких-то, я не знаю, колоссальных денег, чтобы вот таким образом поступать со своим другом, да. Другой, еще у него вопрос, на кой черт вы это все заводили? То есть, сначала мы завели, пожили какое-то время с собачкой, да, а потом, когда собачка нечаянно приставилась, мы ее так хоп, и выбросили. И пусть администрация города с этим разбирается.